Привет, ребят! Мы на канале Игровой Единорог, и сейчас будут типы слаймеров. Погнали! Первый тип, когда слайм рвется. И всего у нас будет 10 типов. Так, сейчас попробуем этот слайм вообще растянуть. Ой, он что-то рвется, блин. Ну ладно, зря деньги потратил. Второй тип, когда все мешают. Ну, кот, ну иди, ну, блин, я тут со слаймом играюсь. Ну, блин, ну, хомяк, хватит уже шершать. Мам, потом можешь зайти? Третий тип, когда злой. Ну, блин, ну он так плохо цокает и вообще тянется ужасно. Зачем мне мама его только купила? Все, я ненавижу слаймы. Если под этим видео не наберется 15 тысяч лайков, я удаляю YouTube, все. Четвертый тип, когда добрый. Какой хорошенький, как очень хорошо цокает, отлично тянется. Ну, в школу я его точно не возьму, его все изжамкают, только я его хочу жамкать. Пятый тип, рунишка. Как он хорошо цокает, как он хорошо тянется. И вообще, он очень крутой. Смотрите, какие из него крутые розочки получаются. Шестой тип, когда говорит о себе. Вот канал только о слаймах. Мы вот сегодня ходили с подружкой гулять и купили мороженое. Еще мы жмякали сквиши. И еще мы катались на парке аттракционов. Еще у моей мамы сегодня день рождения. Седьмой тип, когда слаймы любят только из-за запаха. Когда слаймы нюхают, хорошо пахнут. Восьмой тип, когда слайм не хочет всовываться в банку. Блин, вот называлось, поиграл. Как его теперь засунуть в эту банку, блин? Не люблю слаймы из-за банки. Все, мне не нравится играть. Девятый тип, когда все любят только сквиши. Ну вот какой слайм, очень хорошо цокает. О, какой-то тут сквиши ко мне попал. Сейчас и с ним поиграемся. О, второй. Ой, и третий прилетел. Третий брелочек. И, наконец, десятый тип, последний. Десятый тип, когда слайм прилипает к рукам. Блин, как его отодрать от рук, он ко мне сильно прилип. Блин, пойду его смывать. И вот и закончилось наше видео. Надеюсь, вам понравилось его смотреть. Поддержите меня лайком. И с вами была Кира. Всем пока!